4 человека умерли от коронавируса в Севастополе за прошедшие сутки. Это мужчины в возрасте 62 и 73 лет и женщины в возрасте 79 и 93 лет. По данным пресс-службы правительства Севастополя, 12 ноября заболевание диагностировано у 55 человек. 22 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и 9 городских больниц. Остальные на амбулаторном лечении. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 17 до 93 лет. 152 человека выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3306 человек. В настоящий момент выздоровело 2298, 87 умерли. Сейчас подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 323 человека. 155 в инфекционной больнице, 165 в 9-й горбольнице, трое в госпитале Минобороны, в Изумруде 41, на амбулаторном лечении 572 человека. Под наблюдением находится 639 пациентов. Это люди, контактировавшие с заболевшими. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко». Тем временем в Крыму за минувшие сутки медики зафиксировали 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщает глава Крыма Сергей Аксенов. За 11 ноября на территории Республики Крым зарегистрировали 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 62 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 119 выявлено при обращении за медицинской помощью, 100 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа, сообщил глава региона. Всего в Крыму по состоянию на 12 ноября коронавирус подтвержден у 11 584 человек с начала года. Выздоровевших за весь период 7406. Общее количество умерших с начала пандемии в соседнем регионе составило 188 человек.